Первый летний фестиваль «Скиппинг-марафон «Прыгни в лето» прошел на курорте в мае 2012-го. И вот уже шестой по счету фестиваль собрал 250 ребят, желающих сразиться в прыжках на скакалке. Это победители школьных этапов. Организаторами «Скиппинг-марафона» традиционно выступают Управление по образованию и науке и Департамент физической культуры и спорта администрации Сочи. Это наш традиционный сочинский вид спорта. И мы надеемся, что в ближайшее время он будет признан в России как вид спорта полноценный, и мы сможем открывать отделение по этому виду в городе Сочи. На площади флага свое мастерство показали 19 команд. Выступление их оценивалось строго. Для жюри была важна не только техническая часть, но и весь номер в целом. Это оперативность, артистизм и даже подбор музыки. В прошлом году обладателями кубка стала команда 11-й школы. В этом году они снова в числе фаворитов.